замена дорожного покрытия, установка бордюров и укладка тротуаров. Такая масштабная работа ведется по улице Дубровской. Неудивительно, что такой объем работ проводится именно на данной улице. Ведь вдоль этого участка жилой район. Грузовики и фуры идут здесь сплошным караваном. Правил не нарушают, но трафик такой, что дорожное покрытие превращается в сплошную колею с ямами и выбоинами. А это прежде всего небезопасно для малого транспорта. Самый разрушенный место на данном участке – это перекресток в районе М1. Мы планируем уложить асфальтобетон сегодня. Здесь в связи вот с этой ситуацией, которая сложилась, просто нагрузка на данный участок возросла просто, ну, наверное, даже не десятки, может, сотню раз. И, конечно, старый асфальтобетон, который был уложен, он не выдержал. И здесь весь зимний период, весенний, здесь были сплошные проблемы. Просто асфальтобетон начал разрушаться, и интенсивно начал разрушаться. Сегодня местный ДЭП проделывает большую работу, чтобы брещане могли передвигаться на своих автомобилях в комфорте. Дорожное покрытие ремонтируют безотходным способом, даже после дождливой погоды. Специалисты дорожных служб выполняют этот трудоемкий процесс медленно, но ответственно и, главное, качественно. Дорожных резой вырезали участки, подготовили. Сегодня, да, немножко был дождик с утра, но мы выдули, вымели, осушили асфальт. Поверхность готова к укладке. Приступили укладывать. Помимо замены испорченного дорожного покрытия, рабочие дорожно-эксплуатационных служб создают комфорт в городе над Бугом и для пешеходов. По улице Дубровской устанавливаются бордюрные камни и укладываются тротуары. Мы начали работы по замене дорожного бордюра на участке от улицы Сосновой до Брест-Нештранца. И также на всем протяжении улицы Дубровской от улицы Пущанской и до Брест-Нештранца была произведена замена асфальтобетонного покрытия. Это еще в прошлом году. Также от Брест-Нештранца до железнодорожного переезда были выполнены работы по установке дорожного бордюра частично устройство тротуара, но в связи с зимним периодом работы были прекращены. И как только позволили погодные условия, еще зимой, в феврале месяце, работы мы возобновили. И уже в феврале месяце мы полностью закончили тот недоделанный участок тротуара и перешли на участок от железнодорожного переезда до ДМ-1, где сейчас ведутся интенсивные работы. Уже на следующей неделе мы планируем закончить установку дорожного бордюра и начать работы по фрезерованию и дальше по асфальтированию этого участка. Ведутся локальные работы практически повсеместно. Все идет по плану. А это значит, что в скором времени артерии города над Бугом преобразятся.